По словам зоозащитников, теперь Владимир Храпов говорит о том, что не является исполнительным директором ООО «Рязанский конный завод», а занимается поставкой корма для предприятия. Анна Каляпина, чей адвокат выступал с оправдательными комментариями в тот момент, когда завод посетил министр сельского хозяйства региона, также не имеет отношения к данному предприятию. Она в сельском хозяйстве совершенно ничего не понимает, тем более не разбирается в коневодстве. И ей совершенно наплевать на судьбу этих лошадей. Анна Каляпина – это дочь хозяина, значит, Рязанского конного завода. На нее переписаны земельные участки, но вот именно этот участок и именно эта конюшня сейчас находится под процедурой банкротства и на Анну Викторовну не переписаны. То есть это все лежит в открытом доступе. Как проверяющие органы, собственно, не удосужились этим воспользоваться, непонятно совершенно. Генеральный директор и учредитель предприятия Душутин Виктор Иванович. В прошлом судимый, что подтверждают нынешние волонтеры конного завода и другие наблюдатели. По словам бывших работников предприятия, именно под руководством этого человека завод пришел в упадок. Когда лошадей голодом мы не морили, на моем веку, когда я работала, такого не было. Когда вы работали, там кто-нибудь вообще с лошадьми занимался, объезжали? А как же, у нас спортсменов было, 8 человек спортсменов было на спортивном отделении, на отделении тренинга. Мы выезжали на соревнования, мы участвовали в испытаниях каждый год, мы завоевывали кубки. И вот самый последний при моей работе, вот в 2015 году, нас наградили в Москве кубком отечественного конного заводства на всероссийских соревнованиях «Гордость России». То, что мы как лучший завод-производитель тракининской породы лошадей. По словам бывших работников завода, которые уволились в 2015 году, тогда лошади были упитаны. В среднем за год погибало не более 3 голов. Сейчас же, после широкой огласки проблем предприятия, в новостях начали появляться оправдательные репортажи и статьи, где говорится о том, что скандал с больными и погибшими лошадьми спровоцировали люди, которые хотят перекупить земли завода по бросовым ценам. На конюшне стоят лошади частных владельцев, арендаторов, и эти лошади кормились постоянно. То есть они не худые, их выпустили, судя по последнему репортажу с участием министра сельского хозяйства, их выпустили в общий табун для того, чтобы разбавить вот эти вот кости. Самых худых, самых страшных или спрятали, или с ними что-то сделали, неизвестно, но ни в репортаже не мелькнула кобыла с большой опухолью на ноге, с которой она ходит уже год, и ей не оказывалась ветеринарная помощь. Значит, не показали в репортаже самых худых лошадей. Это подсосные кобылы с жеребятами. У меня такое ощущение, что им показали не все поголовье. То есть им не показали самых страшных и худых лошадей, а именно маток тракининской породы. Я там видела, тяжеловоза показали, потом спортивную лошадь показали. Вот. А маток, такое ощущение, что правда, их или утаили от них, от проверяющих, или же, вот как говорит Дмитрий Игоревич, что я смотрю, все лошади в порядке, или он как зоотехник ничего не понимает, что ли. Зоозащитники также подтверждают, что в последних репортажах и 8-месячные жеребята являются недокормленными, с виду им не более 3 месяцев. Более того, активистам удалось подтвердить падение как минимум 6 голов за ноябрь. То, что на этом заводе, не вызывает сомнений. Они пытаются юлить, говорят, что это на каких-то соседних конюшнях. Нет, там на фотографиях присутствует здание и внутреннее убранство, так сказать, данной конюшни. Значит, данная конюшня частная собственность, но это частная собственность ООО «Рязанский конный завод». По фото и по видеоматериалам, в том числе и вашей телекомпании, скажем так, видеоподтверждение падежа 3 голов. По еще 5 головам, значит, подтверждение дали списочное в Институте коневодства. В это же время, буквально на днях, Госдума увеличила срок по этой статье Уголовного кодекса с максимальным сроком лишения свободы до 3 лет. Глядя на все происходящее, зоозащитники и неравнодушные люди не намерены сдаваться. Они переживают за общее наследие России.
России за тех лошадей, которые были привезены в Рязань после Второй мировой войны из Германии. Люди обеспокоены и тем, что последний потомок пепла, лошади, победившей на Олимпийских играх в 1972 году, в этом году погиб. Чтобы защитить оставшихся лошадей, зоозащитники сейчас обращаются к депутатам Госдумы, в прокуратуры, в суды. В это время рязанские казаки обратились к депутату Государственной Думы Наталье Поклонской, а также главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Настал тот этап, когда люди перестали надеяться на региональные министерства и ведомства, которых, по мнению зоозащитников и бывших работников завода, нынешние руководители предприятия сумели обвести вокруг пальца и пустить им пыль в глаза. Анна Герцовская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».